Доброе утро, друзья. Погнали. Вот так вышел на улицу. Покайфовал немножко, подышал. И мы сегодня едем на лодке искать китов на ледник. Ты готов? Да. Хочешь, иди там кофе бери. Пойду. Сейчас поедем скоро. Видите, какая классная дорога. Вот вроде бы кажется, да, и север. Асфальт чистенький, аккуратненький, без ямок. Часа пути, и мы в городе Сьор, где происходят всякие различные туры на лодках, и на которых мы сейчас и будем кататься. Мы будем искать китов, касаток, морских котиков, ну еще какое-то развлечение. Оно также будут ледники, так что не переключаемся, ставим лайк, и, друзья, будет интересно. Вот на таком кораблике мы покатаемся. Это у нас катамаран. Видим, что здесь вон яхточки стоят, марина такая. По идее, это все они на зиму, наверное, должны убрать и поднять. Возможно, что это вообще пришедшие люди. Лайнер, заходящий сюда, значит, глубины уже нормальные. Что мы, возможно, сегодня увидим? Вот такой бы млекопитающий мы увидим. Погнали! Так, погнали смотреть китов! 6 часов незабываемого путешествия по Северному Тихому океану. Здесь дают бесплатные бинокли. Вот то, что можно лицезреть картами, вообще куда что-то мы плывем. Мы разберемся сейчас чуть позже. У нас входит еще в стоимость и еда. Нормально, такой столик у нас. Столько все видно. Панорамные окна. Надеюсь, мы все же встретим. Я очень хочу кита. Тут даже есть кофейный аппарат. Кофе входит в стоимость билета. Кстати, билет на такой, скажем, лайнер или тур стоит $150 с человек. А за такой бар надо платить еще $25, но еще пока еды не видно. О, вот здесь будет нормально смотреться. Цвет воды прикольный, вот здесь как красиво. Запах такой своеобразный. Так, а где пилот? Что-то все управляется. А где он? Мне очень комфортно и интересно. Так, что-то сказали, что где-то что-то кто-то плывет. Ловим, ловим. Это котики. Так, видим, что здесь можно набрать еды. Это входит и стоимость этого $25. Так, еще входит у нас здесь, смотрите, типа риса с чем-то и вот рыба. А, еще можно вот стейк даже, смотри, какой выбрать. Смотри, какой красивый стейк. Вот это да. Уровень. Вот приятно кушать вот с таким видом. Горы, фьорды. Океан. Друзья, мы впереди видим ледник. Это первый ледник, который встретился у нас по пути. А вот это, вы можете видеть, айсберг, который откололся от непосредственно самого ледника.
just passes on the right hand side, one of the deepest diving birds. Все, друзья, мы вышли в открытый океан. Open water, как сказал наш капитан. Можем лицезреть прощание с фьордами. И на большой скорости мы двигаемся уже к ледникам. Есть люди вообще хорошо одетые. Прямо как для трекинга или хайкинга по горам. Здесь не сказать, что холодно. То есть, в принципе, вот я в бакнике, и мне комфортно. Если вас укачивает, то гораздо лучше брать корабль, который побольше. Тем более катамаран, его меньше качает. Рекомендую поплавать, походить. Все же, мне кажется, это стоит этого денег, этот тур. Гораздо приятнее изучать страны воды, по крайней мере, ледники и морскую флору и фауну. В общем, скажу, что здесь не так уж и жарко. Сейчас мы немножко зашли в такую бухту, где можно более-менее стоять. Так я уже переоделся в курточку, в ладничек, что лучше сохранить тепло. Вот это суровые ребята. Вы прикиньте, если сейчас какая льдина пахнет, такая создадется волна. Тут такая создастся волна, что этим байдарочникам, ребята, будет беда. Какие виды. Шикарно. Как говорил Карма. Это шикарно, шикарно, друзья. Смотрите, какие медузы огромнейшие. Это пони. Капитан сказал, что где-то здесь плавает что-то. Или кто-то, я не понял, по какому... Ну, на каком языке это все? Капитан сказал, что что-то здесь плывет. Возможно, что это касатки, либо кит. Поэтому все выбежали смотреть. And shout, there she blows! So that we can find it out for everyone else as well. Так, там что-то происходит. То есть, капитан сказал, что здесь что-то будет. Если увидите большие пузыри, то это значит, вынырнет кит или что-то подобное. Охрененные виды. Вот это красотень. Ну что, вот на это фотоаппарат и нужен. Шикарная детализация. А чувак поймал, смотрите, рыбу. А, и выпустил, красавчик.
все в ожидании чуда, в надежде того, что мы все-таки увидим хоть каких-то касаток, либо это было бы супер. Это было бы супер, если мы увидели кита. Ну где же ты маленький? Или где же ты крупненький? В общем, мы все пытаемся кого-то найти. Пока что, получается, мы видим только острова. И на этом и все. Ну вот кто-то, какие-то ребята там суслики плавают. Ну непонятно. Смотрите, как интересно. Такое ощущение, как будто здесь что-то резалось. Очень довольно ровные спилы. Ну что это такое? Вот как такое может быть плато образоваться? Смотрите, рядом окружающие камни какие, да? И тут, оп, как будто срез. Может, конечно, это и все кажется. И это просто за счет времени ослоения происходит. Ну так ровно. Но здесь понятно, здесь все нормально. Здесь более реалистичное и реальное. Красивые такие цвета. Прикольно такую форму занимают, выгибают шеи, так греются на камешках. Смотрите, сколько там дальше еще. Как они туда забираются? Ладно, яйца залезли. Бурча там себе. Такие смешные они. Жилтресы. There it is. It's not a ghost. It's real. It's in our 11 to 10 o'clock position. Людям так мало надо, все же фонтанчик какой-то. Где плавник? Что он там делает? Все, нам надо уезжать, и мы видим кита. Конечно, не повезло нам, чтобы он нам вынырнул или поднял хвост, только видели плавник. Все, друзья, тур наш закончен, и уже так хочется спать, прям такие соловьиные глаза, что хочется уже отрубиться, Любчик. Что? Надо пути разгульчика взять. Я про это и речь, что нам еще хочется идти обратно, хочется вообще спать. Умотал нас корабль. Прямо от деревни из Ирви. Тут даже, смотрю, где-то есть палатка еще. Возвращение домой. Все, честно, уже хочется сменить. 6 часов на 2 там таких туров. Я не знаю, как здесь выдерживать. Есть еще 7 часов, а есть еще 8. Мы опять водители грузовой фуры. Или боевой фуры, лучше, наверное, сказать. Едем уже домой. Отдохнувшие, расслабленные. Любовь, так что твое мнение по... На прогруз этот? Да, да. Как мы сказали, на троечку с плюсом. Ну да. Слишком долго. Можно и... Мы там 6 часов катались, можно и за 3 часа это все увидеть.
там есть получше крузы. Вот так вот, друзья. Так что вот такое наше мнение, вот такой наш опыт. Делимся с вами, говорим правду. Смотрите, насколько солнце высоко. И сейчас 7:41. Все, мы вернулись, мы дома. Даже такая уже приятная есть усталость. Хочется немножко отдохнуть. Сейчас у нас будет опять мангальчик. Сейчас у нас будет легкое развлечение. И может быть даже я опять пойду в баню. О, смотри, собаки бегают. Ну как? Как процесс? Нормально. Там просто масло ест. Там потекло, да? Сейчас такое было у нас пламя. Взял еще одну камеру. Взял Sony AS53 за $690 на Амазоне. Возврат там уже бесплатный. Буду пробовать на ней. Ну и посмотрю, какие качества. Короче, сегодня что я понял, когда юзал вот эту Sony-ку. Когда приближаешь, очень тяжело уловить вот этот вибрационный момент. Потому что хочешь не хочешь, руки все равно трясутся. На зуме это проблемно. А с зумом очень круто. Множество деталей можешь показать, посмотреть. Возможно, конечно, бонус того, что все же объективы сменные, но стабилизации не хватает, а очень часто хочется в движении это сделать, просто сдвинуть. Поэтому решил протестировать. У меня есть эта неделя, следующая неделя, чтобы, если что, сдать фотоаппарат. Если я буду его сдавать, этот фотоаппарат, у меня будет потеря аж $200. Но по удобству мне кажется, что удобнее будет, конечно, хандикам камера или хандикам, чем вот такая. Почему-то мне кажется. Поэтому пробуем, экспериментируем. Многие ребята, может, там говорили, ты сначала читай, изучай, там типа это все делаю. Постоянно смотрю тесты, сравнения, читаю, изучаю. Canon говорили, более-менее дешевый и удобный, много чего плюсов, но стабилизации не хватает, и это жесть. Как мне не хватало и не понравилось. Sony лучше чуть-чуть картинка. Стабилизация может быть чуть-чуть лучше. Понимаю, что вот я уже, как говорил ранее, видел, что надо делать это все в статике. Но не хватает этого. Хочешь, не хочешь, все равно что-то хочется сдвинуть и изменить. Экшн камер в любом случае будет. Поэтому пробуем хандикам. Ну, опять же, как я говорил, ее сдать не проблема. Поюзаем, посмотрим на Sony-ку. У меня еще 5 дней есть до сдачи. Все, спокойной ночи, друзья. До новых встреч. Не переключайтесь, ставим лайки. Завтра будем летать вокруг самой высокой горы на северном континенте Аляски. Это Маккензи. 6000 и выше метров над уровнем моря. Может, мы еще даже увидим автобус с фильма «Дикие условия».